Здравствуйте, вы смотрите специальный выпуск новостей на Первом канале. И с вами в студии Лев Бубов. Сегодня в нашем программе. Сегодня наша дирекция РГТРК Останкино выяснила причину закрытия телекомпании Артема Котофеева. Нам было сообщено, что это было закрыто по приказу Роскомнадзора. По данным было указано, что с самого начала июня 2018 года все подписчики начнут проходить на протесты против Роскомнадзора. Подробности в репортаже. Сегодня сообщил подписчик села Кривошапку, сообщил, что подписчика Артема Котофеева забанила компания Роскомнадзора. Было решено из-за того, что Роскомнадзор планирует сделать блокировку Ютуба, Гугла и других компаний. Однако было решено, что Роскомнадзор был начинал негативное отношение к подписчику Артему Котофееву. То есть будет при поддержке подписчика Кола 145 и при поддержке телекомпании СТР будет вестись война против Роскомнадзора и протесты. Валерий Конфеткин специально для РГТРК Останкино. Сегодня было решено, что день траура будет начнет свое завершение 31 мая. А пока что было решено начать протест против Роскомнадзора. Сегодня в эфире всех программ Центрального телевидения Союза Барабашова будет в 17.00 по московскому времени будет начинаться минута молчания. И так напоминается, что в 17.00 по московскому времени вообще в эфире всех центральных телеканалов, центральных радиостанций будет проходить минута молчания памяти об Артеме Котофееве. А также его родственники Максим и Алексей Котофеевы будут вместе с нами на прямом включении. Максим, добрый вечер, добрый день. Как у вас ведутся дела? Да, здравствуйте, что у вас? Мы хотим у вас спросить, как у вас ведется обстановка во время траура в России? В общем-то сказать, ничего особенного, так как... Вы можете хоть что-то сказать насчет причины закрытия? Мы можем рассказать. Первая причина в том, что были многочисленные жалобы. Вторая причина в том, что были... тут нарушение его авторских прав. И третье в том, что подан был приказ от Роскомнадзора. А, вот оно значит. Ладно, благодарю. Тогда я подпишу приказ на закрытие Роскомнадзора. Спасибо огромное. Спасибо, это был вместе с нами Максим Котофеев, брат Артема Котофеева. Сегодня завтра российская общественная РГТРК Останкино будет вести профилактика. В связи с этим трауром завтра будет проходиться профилактика до 16.00. В воскресенье
воскресенье профилактика будет длиться до 9 вечера. В связи с тем, что не будет развлекательных программ в выходные дни. А с вами был Лев Бубов. Всем до свидания.